В конце августа, в начале сентября надо приступить к посадке луковичных первоцветов. Но я вам хочу показать луковицы тюльпанов, и ее надо обязательно обрезать эту часть и обработать толченым древесным углем. И еще у меня есть больные, хочу вам их показать. Вот посмотрите внимательно. Эти луковички сажать нельзя. Их надо обязательно обработать, обрезать, высушить, в марганцовке подержать и затем присыпать толченым углем древесным, и только потом можно сажать. Луковички должны быть вот такие здоровые. Кожура должна легко отделяться. Луковицы есть большие. Вот это хорошая луковица, даст красивый тюльпан. А есть луковички детки, которые могут еще не давать цветов, но будут развиваться, и на следующий год они уже дадут полноценный цветок. Вот эта луковичка уже даст цветок тюльпана. Шишки надо убрать перед посадкой, чтобы потом положить их сверху. Шишки у меня выполняют роль мульчи. Об этом у меня есть видеофильм. Сажать луковицы тюльпанов можно не глубоко, сантиметров до 10 делать ямку. Глубина зависит от величины луковицы. У меня не очень большие, поэтому я посадила на глубину 10 сантиметров. Подрастут и те маленькие. Можно сажать просто вот так, сделав ямку, но есть совет посадить, если не хотите выкапывать через года два луковицы. Это надо делать. Тогда можно сажать вот в такие емкости, и тогда уже будет проще вытащить, а затем просто вытянуть эту емкость с луковицами, которых будет намного больше. Так будет проще, чем и так можно не поранить луковицы во время выкапывания. Сажаю крупные луковицы и к ним подсаживаю детку. Все, здесь хватит. И затем надо закопать. Если все сделать правильно, то весной будут вот такие красивые тюльпаны. Понравился мой совет? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.